Глава МИД России Сергей Лавров встретится с армянским коллегой Ара Айвазяном. 17 февраля министр иностранных дел Армении совершит краткий рабочий визит в Москву, где пройдут переговоры Айвазяна и российского министра Сергея Лаврова. Как передает канал 13 со ссылкой на пресс-службу МИД России, главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы двухсторонней региональной и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. Будут сверены планы работы по линии сопредседателя Минской группы ОБСЕ, говорится в заявлении МИД России.